Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. На вашем экране баннер со ссылочками на дружественные каналы. Переходите, смотрите, подписывайтесь на мой канал. Также возле него находится баннер с плейлистом проекта по кругу. Все видео нашего проекта вы можете увидеть там. А мне сегодня пришла посылочка из Белоруссии. Примечательно, что из Белоруссии она через Москву дошла буквально за неделю. В то время как иногда у нас центрального отделения до нашего местного идут 4-5 дней. Ну и давайте посмотрим, что здесь у нас. Так. Ну так качественно упаковано. Прислал мне ее Андрей Шипастик. Андрюха Шипастик, привет. Так. О, подарочек уже вижу. Все. Достанем подарочек. Ну что ты, кабар-дотер, хорошо скрывает. Так, Минск. Андрюха у нас из Минска. Магнит сувенирный. Минск. Вот такой вот магнитик. Спасибо, очень приятно. Он займет свое достойное место у меня на холодильнике. Ну что ты. Сейчас, друзья, сейчас все будет. Не переживайте, я уже сам к самому не терпится. Тут пирата этого достать. Сейчас мы его достанем. Блин, ну Андрюха упаковал, молодец, конечно. Качественно. Малярным скотчем все тут прям замотано. Друзья, простите меня, конечно, великодушно. Ну, постарался Андрюха. А, блядь. Уже порезался. Вот такой вот ножик. Вот такой вот ножик, друзья. РВС, пиранья малая. Сталь у нас 440C. Тут еще написано, что сделано с душой. В общем, сделано с душой. Вот такой вот темлячочек, я его сниму сразу. Не люблю, когда что-то болтается. Ну и в принципе-то вот такой вот ножичек. В общем, ну удобен в руке, сразу скажу, что он удобен. Таким хватом, кухонным, обратным. Ну классно, классно. Порезался я. В ножах сидит, ну болтается. А, ну тут клипса вот это больше болтается. Так-то если к клипсу приезжать, тоже болтается, но не сильно. В общем-то, вот такой вот нож. Давайте сразу по ширине клинка посмотрим. Ну, ширина ладони, маленький ножичек. В смысле, по длине клинка посмотрим. Я, знаете, как-то ножи определяю. Меньше ширины ладони. Это как бы маленькие, больше ширины ладони, полторы ширины ладони. Это средние. Ну и две и больше ширины ладони. Это уже большие ножи. Ну, вот этот, в принципе, маленький. Штатив у меня тут кустарного изготовления. Стоит на батарее. Представляет из себя бутылку с двумя саморезами. Так как свой обычный штатив я оставил на даче. Поэтому сейчас бутылку воды налил. Она нагрелась, начинает расширяться, так что не удивлюсь, если сейчас все полетит. Так, ну, в общем-то. Ну, классно, конечно. Что, классно, РВС. Ноженьки такие, разборные ноженьки, что тоже приятно. Клипса болтается. Ну, особо-то я не думаю, что это какой-то проблемой будет. Давайте сразу все это дело взвешиваем. Вот, что-то весы у нас встали. Не хотят запускаться. Ладно, видимо, замерзли. Толщина по обуху тут. Давайте.
Ну что, 4. В принципе, 4 миллиметра. А, нет. 3,8. В самом толстом месте толщина по боку 3,8. Такой небольшой крепыш. Но я думаю, это такой чисто городской фикс. В принципе, на природу, я думаю, тоже его можно взять. Ну что им делать? Сталька у нас 440C. Вообще, из обычных сталей это при качественной закалке, в принципе, сталь, можно сказать, премиальная. Ну, лучше только АТС-34, 154SM. Ну и, соответственно, там уже порошки идут. А вот из обычных сталей сталь должна быть неплохая. Но если грамотно, термично. Что-то темно у нас, зараза. Ладно, друзья, короче, анбоксинг. Анбоксингом тут еще и порезался. Ладно, спасибо Андрею Шипастику за магнитик. Вам спасибо за внимание. Да, нож перетачивать, я чувствую, не придется. Острый очень. В общем-то, ну, будут тесты, обзоры, мнения. Сейчас займусь подготовкой к ним. Ладно, друзья, всем спасибо за внимание и до свидания.